у Бориса Пастернака. У него есть чудесные вдохновенные строчки. И чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыв. И вот это искусство молодое, новой волны, которое вы сейчас увидите, оно слагается вот именно случайно, экспериментом, импровизацией. Оно случается, если не на взрыв, то на взрыв хохота. И этот смех, пушкинский смех, смех Хармса, смех Заболоцкого здесь присутствует. Но понимаете, вот я очень боюсь всегда угрюмых и подозрительных людей. Вот здесь искрится смех, эксперимент, случайность. Не случайно эти ленинградские мастера, они сняты в интимном театре Мирхольда, экспериментальном театре. И вы видите не просто капустник какой-то, а вы видите крупнейших мастеров сегодняшней новой музыкальной жизни. И, конечно, и Борис Гребенщиков с «Аквариумом», и Сергей Курёхин, это неподражаемый совершенно мастер, и Чекасин, и Лариса Долина, и Оганесян. Это не надо им запрещать, надо шире две двери открывать. И то, что вы сейчас увидите, это будет провоцировать на спор, на мысли. И дай бог, чтобы у вас появились новые ваши рисковые решения, может быть, не согласны с этой музыкой. Но главное, что появилось новое мышление, новый взгляд. И я бы сказал, может быть, самый интересный и яркий персонаж здесь – обезьянка, которая тоже полна своей внутренней музыки, глубочайшей культуры. Ну, что говорить о фильме, надо его смотреть.
gossip caravan. Living on gossip
Oh, 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 oh
Урок он счет. Урок он счет. Урок он счет. Урок он счет. Урок он счет.